Москве это суперкубок мира по самбо. Мы с Сергеем в курсе, за чьей головой мы сюда приехали. Да! Есть! Непонятно, как сложится турнир для Никиты, так как этому предшествовала большая серьезная весогонка. Никиту тошнило, он терял сознание. Болячку готовь, болевой! Идет очень плотная борьба. Никита падает на всю спину. Мы либо едем домой, либо вырываем победу. Никита Северов, он мечтает стать чемпионом. И сейчас вот этот турнир, где вся сборная России выступает, это кубок основателей, это как кубок мира. В весовой категории заявились все те самые спортсмены, которые не давали прохода Никите на чемпионатах России. Уже долгое время мы с Никитой Севером идем к большой победе. Этот парень, у которого огромная сила воли, и он идет всегда к своей цели. Но именно большой победы ему пока не хватает. Чемпионат города, призер чемпионата России. А сейчас мы на Кубке мира, суперкубок мира. Это та самая большая победа, к которой есть смысл стремиться. Но в этом спортивном пути не хватает какого-то маленького момента. Возможно, это психология. Никита, в захват войди, в захвате поборись. Вот, в захвате, давай, давай, давай. Вот, до конца. Вот, вот. Хорошо, бал. Он ударку зацелен, да, до конца, вот, вот так вот. Теперь давай, накрой его, накрой, накрой. Накрой, накрой, да. В захвате борись с ним, нормально все. Обнимись, 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 борись с ним, борись, давай. Давай, 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 отсюда, отсюда. До конца, вот. В первом же бою идет очень плотная борьба, и соперник контратакует. Никита падает на всю спину. А в самбо бросок на всю спину – это 4 балла. До конца, вот. Накрой! Давай, удержание, делай, делай. Давай на болячку готовь. Давай, болевой отсюда сразу, на болевой делай. Непонятно, как сложится именно эта схватка и вообще весь турнир для Никиты, так как этому предшествовала большая серьезная весогонка. Там же везде, а воздуха нет. В этой весогонке Никиту тошнило. Он терял сознание. И поэтому этот турнир был для него самый сложный, еще не успев начаться. Сознание теряли. Воды, воды, воды. Окно открыто? Открыто. Сейчас полегче чуть стало. Еще 2 килограмма, нормально, отпустило. Сознание теряло, блин, жесть. Фу. Весогонка была связана с тем, что Никита набрал мышечную массу. Он считал, что именно этот аспект – это основной ингредиент, которого не хватает ему для настоящих побед. Я считал, что это психология, он считал, что это физика. Находясь в том состоянии, в тех кондициях, в которых я был, я сделал все, что смог. В плане того, что идти до конца, вот, я уже бы не смог дальше пойти. Я чувствую, что у меня запаса не было. Что именно в этом аспекте он чуть-чуть проигрывает, ему чуть-чуть не хватает силы, так он думал. Поэтому он начал уделять большое внимание физической подготовке. Мышцы его выросли, и набрал он мышечную массу, которую надо было уже сбросить. И к этому турниру он сбрасывал около 15 килограмм. Всем привет, вот я взвесился, все нормально. Всего 3 раза в обморок упал. Вот уже 6 часов прошло с момента взвешивания. Я пободрее вроде бы выгляжу, все у меня хорошо, завтра вообще буду как огурчик. Сейчас перед сном посмотрим, сколько я набрал веса. 79 я весил 9 часов назад на взвешивании. Ну, понятно, в общем, почти 90. Это, конечно же, не могло не сказаться на его кондиции в этом турнире. 1 балл всего разница. Сейчас надо бороться с ним в захвате. Вот, Борис. Давай, давай, давай. Давай, Борис. Вот, до конца. Вот, есть. Отлично. 4 балла. Вот, до конца. Да. Открой. Болячку готовь, болевой. Вот, болевой делай. Да не надо. На болевой можно. На первом ковре победил Никита Северов, Россия. Отлично.
Видели, как его встретил суперкот? Да, нет, хорошо, отлично. Знаешь, какой был бы момент? Ну, смотри, на его контратаке вообще влетать. Ты бы вообще уже заявно раньше бы выиграл, если бы хотел. За счет своей, как бы, превосходства выиграл. И ну, сам себя бросил на 4 балла. Да, сейчас. Не прочувствовал. Да. В этот момент не надо было. Ну, для первой схватки нормально, а так, грубо говоря, нерационально. Да. Семья пришла поддержать Никиту на этом турнире. Кстати, у Никиты в семье родился ребенок второй, вот буквально недавно. Зовут Добрыня. Добрыня Никитич. Две минуты ты даешь, он не устает две минуты первые. Просто выдергивай его на атаку и где-то обнимайся с ним. Дальше в захвате он сдохнет. Дальняя дистанция, короче, дальняя. И обнимаемся на контратаке. В следующем бою за выход в финал Никите попался очень серьезный ударник. Аванес Абгарян, который, кстати, выигрывал Гаджимурата Хиромагомедова. Это топовый боец ACA, и он его нокаутировал тогда. Это очень опасный ударник. Никите надо быть очень осторожным. Дергай, раздергиваю, да. Оп, до конца. Вставай. Давай отсюда. Давай, вот, есть, до конца. Крути, продолжай. Больше сближений теперь уже. Никита, надо побороться. Время, проходи в корпус. В корпус. Вот, пошел. Делай, отсюда делай через голову. Давай до конца, блин. Надо обнять его. Слышишь, Никита, уже не бегай от него. В корпус только, не в ноги, в корпус. Физика сейчас, минута всего. До конца, вот, пошел! Давай! Вставай его прямо, поднялся, на ноги, давай. Вот, стоп. Раздергивай, прямо так надо делать. Еще раз надо согнуть. Очень тяжелый бой. Никто из спортсменов не может ничего сделать друг другу. Всю схватку счет 0-0. Остается 40 секунд до конца. Мы либо едем домой, либо вырываем победу. Обнял! Ну, Никита! Да! Пошел! Да! Есть! Хорошо, отлично, все. 15 секунд, побегай. Оверхенд кидай, жесткий. Никита, снизу нельзя. Назад! На первом ковре победил Никита Северов. Россия вышел в финал весовой категории до 79 килограммов. В весовой категории заявились все те самые спортсмены, которые не давали прохода Никите на чемпионатах России. Мы с Сергеем в курсе, за чьей головой мы сюда приехали. Я говорю о парне, с которым я на Кубке России в финале дрался. Я ему проиграл там совсем чуть-чуть за счет его опыта именно в этом боевом самбо, за счет тактики. Вот, в принципе, смотрелся не хуже, но в определенных моментах как бы отставал. Вот я надеюсь, что я все эти моменты подтянул, и сейчас я смогу реабилитироваться. Тот, о котором говорил Никита, что мы пришли охотиться, это Алексей Иванов, многократный чемпион мира, который не дает прохода Никите уже давно, не дает ему прорваться в чемпионы. А теперь Алексей Иванов идет в противоположной подгруппе за выход в финал, и сейчас схватка все решит, кто будет в финале с Никитой. Мы были уверены, что Алексей Иванов победит, и нам предстоит в финале сражаться именно с ним. Но произошли изменения, и планы меняются. Теперь с Никитой в финале будет сражаться Дайырбек Каряев. Он чемпион национальной киргизской борьбы «Куреш». Также Дайырбек является серебряным призером чемпионата мира по боевому самбо. Он входит в ногу обычно, да? В ногу хорошо входит, в переднюю и так далее, переходит дальше на корпус. Ты работаешь руками. Он будет входить в ногу, потому что он не ударник, он хороший вольник. У него корпусная борьба. Он будет входить в ногу, и ты как раз в левую сторону хорошо будешь делать бросок через голову. Если в дальнейшем завязываемся в борьбу, он будет тебя обнимать. Старайся на дальних захватах с ним работать. То есть не обнимайся, не работай вот такие захваты. Работай вот дальние захваты. За башки аккуратно. Да. За башки аккуратно, но во всяком случае он не сможет делать свою борьбу именно. Это главное. Обычно Никите Северову не хватало какой-то малости для великой победы. Сейчас финал
Кубка мира. Вся сборная России позади. Она проиграла. И Никита может именно сейчас сделать ту самую большую победу. И именно психология сейчас все решит. Это вообще надо сейчас очень. Спокойно. Все равно игра. Они опасные должны. Ну, кураже. Кураже. Такой, знаешь, на игре прям кайф. Кайфани просто с этого пой. Кайфани, вообще кайфани. Сделай так, чтобы это. Значимость убери. Кайф. Кайф получи. Игру настоящую. Просто сделай. Выиграй. Класс. Просто на кураже. Сможет ли он переступить вот этот момент в себе, который был раньше? Он был в сборной России, но никогда не был чемпионом России. И ранее тренер по самбо ему говорил, войди хотя бы в троечку, и все будет хорошо. Многие спортсмены находятся на зарплатах в разных командах, когда находятся в сборной России. И для них мотивация – это вот попасть в троечку для многих. И вот сейчас, вот именно вот сейчас, этот момент надо разрушить. Надо, точнее, его преодолеть, чтобы не просто в троечку попасть, не просто быть финалистом, а стать чемпионом. Никита, раз-два. Край! До конца! Встань с поясом! Да! До конца! Ногу бери, Никита! Ногу бери! Делай! До конца делай! Делай! Давай, делай! Пойдет двумя руками, делай! Нет, не надо руку! Ногой не надо, двумя! Делай двумя! Войди в захват, попробуй в дальний! Захват! Самбо войди! Делай! До конца! Бам! Отлично! До конца! Поднял наверх! Зашагивай! Накрывай, возьми! Давай на руку! Делай! Отлично! Полячку делай! Пойдет! Делай! Есть! Отлично! Эта история состоялась. Обладатели кубка основоположником самбо весовой категории до 79 килограммов боевого самбо Никита Северов, Россия! Красавчик! Молодец, болячку сделал. Мы это сделаем. Да. Отлично. Супер. К этому моменту мы долго шли. Было большое количество схваток. Было большое количество промежуточных побед. Но не было основного. Основной победы. И вот Никита стоит на пьедестале чемпионом. Каково, расскажи. Все-таки чемпионом стать. Суперкубка мира. Да, ну чувство удовлетворения такое есть глубокое, приятное. Ну кайфово ощущение, что говорить. Всегда выигрывать лучше, чем проигрывать. Мы хотели реваншироваться, да, мой соперник по Кубку России по финалу. Он не выиграл, он проиграл киргизу, а мы киргизу выиграли. Причем мы выиграли киргизу уверенно, болевым, а он проиграл киргизу много. То есть, получается, рост есть, это приятно. Будешь двигаться еще в боевом самбо? Да, я буду еще двигаться в боевом самбо. В боевом самбо всегда роднее все равно. Куртка, как бы, все, привык как бы, к этим движениям. Даже финальный этот парень, да, киргиз, он больше как бы такой корпусной, типа вольника. Да. Моя борьба ему неудобная. То есть я имею преимущество в курточной борьбе. Посмотрим, может, покудой еще выступлю. Эта история силы воли, которую мы хотели показать вам, она свершилась. Очень крупного турнира мы проследили этот весь путь. Спасибо большое Дамиру Исаевичу, президенту Федерации самбо Ленинградской области, за поддержку и за участие в развитии самбо в регионе. Самбо-сила. Он
мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо. Обстоятельства определенные были, о которых мы расскажем чуть позже. Очень серьезные обстоятельства, где он был просто лишен возможности какого-либо вообще спорта. Его выводят из зала суда в наручниках. Мужчина старательно закрывает голову от объективов видеокамер.